крепкую руку, значит, это ваш сертификат. В 2020 году у военнослужащих Алексея и Ирины Трушкиных случилось радостное событие. Родились близнецы Костя и Алиса. В семье к тому времени уже подрастали двое ребят, поэтому главным вопросом стал квартирный. Супруги обратились в администрацию Ленинского округа, где им помогли войти в сразу несколько государственных социальных программ. Процесс оказался непростым и отнял немало сил и времени, но оно того стоило. Теперь в их руках сертификат на 2 800 000 рублей, который они планируют потратить на покупку жилья. Будем приобретать жилье, как я уже говорил ранее, в Ленинском городском округе. Здесь нам очень нравится комфортно жить. И, соответственно, мы будем планировать квартиру просто площади побольше. Сейчас семья Трушкиных живет в Петровском и новую квартиру планируют приобрести именно в Ленинском округе. Эти деньги станут отличным подспорьем для первоначального взноса за ипотеку, которую банк им уже одобрил. На завершение процесса покупки жилья у пары есть полгода. Эмоции перехлестывают, что я сложно выразиться. Очень положительные эмоции, очень рады. Это так трепетно, что... Честно, я просто в данный момент не могу подобрать слов. Хорошо, что супруг у меня более собранный. Ну, в целом, да. Мы очень счастливы, да. Да. С этим радостным событием супругов Трушкиных поздравил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, который помимо денежного сертификата вручил семье в подарок телевизор. Эта программа, она работает не первый год, это ежегодно у нас получается 1, 2, 3 семьи, которые получают подобные сертификаты. Здесь важно отметить, что вот сегодня у нас Трушкина, Ирина, Алексей сознательно входят в эту программу, понимая, как и сколько они будут платить за это новое жилье. Это можно только приветствовать, потому что, повторюсь, это такой осознанный, сознательный шаг со стороны взрослых уже людей. Сертификат дает семье возможность приобрести жилье как в новостройке, так и во вторичном жилом фонде. Причем неважно, будет это квартира или индивидуальное строение. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.